Итак, в данный момент на Твиче идет трансляция игры Destiny 2 от разработчиков на канале Bungie. Соответственно, за просмотр данной трансляции в течение определенного времени можно получить награды. В качестве награды выступает, как я понял, эмблема. Это за просмотр 1 часа, эмблема вот такая зеленая, и за просмотр трансляции в течение 3 часов вы получите вот такую следующую эмблему. Для того, чтобы получить данную эмблему, вы должны быть зарегистрированы на Твиче. И также в дальнейшем, вот перейдя по этой ссылке даже, на сайте Bungie нужно также авторизоваться. И в настройках своего некого профиля, ну вот авторизоваться в настройках профиля, или аккаунта точнее, да, сделать привязку именно канала на Твиче. То есть, ну, учетной записи вашей из Твича. После этого за просмотр трансляции на Твиче вам будет начисляться бонус на вот этой странице. Ссылки на данные страницы я укажу под данным видеороликом.